Вокруг нас удивительный и яркий мир. Иногда даже чересчур яркий. Поэтому мы привыкли к тому, что надеваем фильтры на объектив фотоаппарата, тонируем стекла наших автомобилей, используем солнцезащитные очки. Но мало кто знает, что и без яркого солнца наши глаза испытывают повышенные нагрузки, в результате которых часто происходят необратимые изменения в структуре этого жизненно важного органа. Человеческий глаз — очень сложная конструкция, похожая в сильно упрощенном виде на современный цифровой фотоаппарат. Свет попадает в объектив, преломляется нужным образом и собирается на сверхчувствительном элементе — матрице. У человека этот чувствительный элемент называется макулой и является частью сетчатки глаза. Именно макула, как матрица в фотоаппарате, воспринимает изображение во всем его многообразии. Четкое, ясное, цветное восприятие окружающего мира возможно только при неповрежденной и корректно функционирующей макуле. Однако макула в современном мире подвергается воздействию целого ряда вредных факторов. Длительная, больше 2 часов в день работа за компьютером, продолжительная или избыточная инсоляция, воздействие ультрафиолета, курение, злоупотребление алкоголем и другие пагубные привычки, перенесенные травмы, возрастные изменения. Для защиты от вредных воздействий природа предусмотрела естественные светофильтры, находящиеся в клетках макулы. Это пигменты – лютеин и зеаксантин, оберегающие чувствительные фотоэлементы нашей сетчатки. В течение жизни мы получаем их из некоторых продуктов питания, преимущественно из овощей – шпинат, молодая свекольная ботва, цикорий, крессолат, красный перец. Количество лютеина и зеаксантина в этих продуктах питания достаточно, чтобы оберегать макулу от воздействия природных факторов. Но скажите честно, у кого из вас эти продукты присутствуют на столе каждый день? Кроме того, при активном использовании компьютеров, просмотре телевизора, повсеместном применении ламп дневного света, а также при возрастных изменениях, потребность в защитных пигментах многократно возрастает. И в результате развивается макулодистрофия, одна из самых частых причин слепоты у людей старше 55 лет. Для предотвращения макулодистрофии требуются дополнительные постоянные источники лютеина и зеаксантина. По данным многолетнего международного исследования AREDS-2, регулярное поступление этих двух пигментов позволяет почти на 10% снизить риск макулодистрофии. Поэтому мы создали 3 мегавитал с лютеином, зеаксантином и витамином Е – естественные внутренние природные очки. В каждой капсуле 3 мегавитала содержится двойная дневная норма лютеина и зеаксантина в идеальном сочетании 5 к 1. Высокая биодоступность и быстрое наращивание пигментов сетчатки глаза обусловлено натуральными компонентами – облепиховым маслом, натуральным лютеином флораглор, натуральным зеаксантином оптишарп, естественным антиоксидантом витамином Е. Уже через 4 недели с начала приема наблюдаются положительные изменения в концентрации пигментов сетчатки, а значит, снижается угроза наступления макулодистрофии. Помните, вы можете сохранить себе зрение на многие годы при правильном насыщении макулы лютеином и зеаксантином. Теперь ваше зрение защищено естественным и натуральным образом. 3 мегавитал с лютеином и зеаксантином. Ваш здоровый взгляд в яркое, четкое и цветное будущее. Продукт корпорации «Сибирское здоровье». «Сибирское здоровье» – настоящая природа, настоящая наука для людей.